Уважаемые коллеги, вашему вниманию предлагается обзор изданий, рекомендованных учебно-методическим отделом высшего образования в качестве учебно-методического обеспечения интерактивного практико-ориентированного курса «Профессиональные навыки юриста». Особенность его в том, что он не является классической учебной дисциплиной, поскольку здесь нет теории в ее традиционном понимании. Теория и законодательство изучаются в других, в основном, отраслевых дисциплинах. В этом курсе, проводимом на базе юридических клиник, она обобщается и формируются именно практические навыки. Поэтому указание на тип издания, учебник или практику, носит достаточно условный характер. Эти издания содержат, как правило, материал и для студента, и для преподавателя. Практикумы здесь во многом близки традиционному пониманию практикума, а учебники — это своего рода инструкции по применению практикумов. Или, если провести аналогию с изданиями по иностранным языкам, это Student Book и Teacher's Учебник и практикум — профессиональные навыки юриста, подготовленные преподавателями юридического факультета Российского университета дружбы народов — под редакцией зав. теории и истории государства и права профессора Марины Викторовны Немытиной. В РУДН практические дисциплины преподаются отдельным блоком задолго до начала клинической практики на первом курсе обучения, стимулируя интерес студентов к теоретическим знаниям. А лишь на завершающем обучении курсе студенты могут прийти на практику в клинику, применить и знания, и навыки, приобретенные в аудитории, конкретным делам их клинической практики. При этом аудиторный курс «Профессиональные навыки юриста» является общеобязательным, а клиническая практика – одной из вариативных форм по выбору студента. Издание, подготовленное в РУДН, включает 8 тематических блоков. Первая тема вводная, вторая – сфера профессиональной юридической деятельности, нацелена на формирование у студентов представление о характере и содержании работы юриста, о перспективах и возможностях, которые открывает профессия. Третья тема ⁇ профессиональная этика юриста. Здесь отражены э, содержание российского законодательства и этических кодексов юридической корпорации, регламентирующих поведение судей, адвокатов, сотрудников правоохранительных органов, государственных муниципальных служащих и других представителей профессии. Тема профессиональные коммуникации юриста акцентирует внимание на коммуникативной составляющей профессии. Основное внимание в рамках темы отводится формированию у студентов в игровой форме навыка юридического интервьюирования, получения юридически значимой информации от лица обратившегося за правовой помощью и консультирования, то есть дачи юридического совета. Далее раскрываются темы юридические документы формирование позиции по делу, разрешение правовых конфликтов, навыки публичного выступления юриста. Издание состоит из двух частей, органично связанных между собой. Первая часть носит научно-практический характер, в ней предлагается содержательный материал по темам курса. Вторая часть носит методический характер, то есть представляет собой материалы для практических занятий. В начале каждого занятия формулируются его цели. Даны предварительные рекомендации студенту, нормативные акты и литература, необходимые для успешного освоения материала, изучаемого и закрепляемого в рамках такого занятия. Основным методическим элементом занятия является определенная фабула и предлагаются формы работы по теме занятия. Рассмотрим на примере занятия, которое называется «Формирование позиции по делу». Дается фабула под названием «Микрозайм». Суть ее в том, что недвижимое имущество, залогом которого было обеспечено кредитное обязательство индивидуального предпринимателя, пострадало в результате землетрясения. Работу с материалом дела предложено вести по следующему алгоритму. Дискуссия по теме понятия и виды доказательств, требования, предъявляемых к доказательствам. Далее, рефлексивный анализ дискуссии, подведение ее итогов, постановка целей и задач для работы в группах. Третий этап — доклады групп, далее работа в группах по определению порядка и способов защиты, формированию позиций по делу. Следующий этап — доклады групп, представители истца и ответчика озвучивают сформировавшиеся у них позиции по делу. Шестой этап — снова рефлексивный анализ работы групп и в завершение подведение итогов занятия. Преподаватель на протяжении всего занятия выступает в роли модератора. Учебник и практикум под редакцией доцента СПБГУ Елены Николаевны Доброхотовой. Здесь обобщается опыт работы юридической клиники СПБГУ. В целях использования этого учебника любыми вузами в условиях многообразия образовательных программ авторы сочли удобным выделить шесть компонентов в содержании практика ориентированного обучения, с учетом которых можно строить любые варианты учебных планов в части практик. Четыре из шести компонентов ⁇ это группы универсальных или базовых навыков. Организационные, коммуникативные, аналитические и навыки работы с документами. Они представлены в разделах с первого по четвертый. Пятый компонент ⁇ он несет в себе значительную воспитательную нагрузку. Этическая и этикетная регуляция профессиональной деятельности, как внутренние, так и внешние императивы, обусловливающие выбор средств, приемов и способов осуществления профессиональной деятельности. Шестой компонент, он выполняет развивающую функцию специализация отдельных видов базовых навыков в условиях профессиональной учебно-практической деятельности. Практикум включает методические материалы к тренингам отдельных тем или модулей клинического курса и учебные комплексы, объединяющие всю систему практических занятий. Это сквозные ролевые игры. Приведем примеры тренингов отдельных тем вводный тренинг, позвольте мне представить вам вашего коллегу. Это тренинг тестирования коммуникативной компетентности, понимания нравственных ограничений для использования и передачи доверенной информации. Еще один тренинг, тренинг к теме основы юридической техники, модуля дела производства. Тренинг содержит упражнения по юридической технике и особенностям юридического языка. Его хорошо проводить в форме деловых игр, где студенты сначала в общей группе или разбившись на подгруппы подвергают оценке, выданные им документы со специально внесенными в них ошибками. Еще один пример ⁇ ролевая игра к модулю медиация. Цель ⁇ научить студентов применять навыки, полученные в предыдущих тренингах, в условиях работы с двумя сторонами конфликта. Следующий компонент практикума ⁇ учебные комплексы, объединяющие всю систему практических занятий. Это сквозные ролевые игры с сюжетами из области гражданско-правового регулирования. Например, дело об отказе в регистрации прав собственности, дело о некачественном обслуживании и сквозные ролевые игры с сюжетами из области трудовых отношений и отношений социального обеспечения. Данное издание, на наш взгляд, самым оптимальным образом подходит для работы в юридических клиниках тех вузов, которые ориентированы на подготовку специалистов в гражданской правовой специализации. теперь обратимся к опыту клинического обучения в одном из ведущих юридических вузов МГЮА. Этот опыт представлен в двух изданиях – учебном пособии и практикуме под редакцией доцентов этого вуза Татьяны Юрьевны Марковой, Марии Витмановны Самсоновой и Татьяны Юрьевны Максимовой. Авторы структурировали материал в соответствии с теми формами, в которых организуется практика ориентированное обучение. Это программы обучения навыкам, которые могут быть включены в основную образовательную программу в форме факультативных или элективных дисциплин. Это дисциплины, обеспечивающие формирование базовых универсальных практических навыков юриста, отдельных практических навыков, таких как консультирование, выработка правовой позиции, составление юридических документов, работа в суде, использование альтернативных способов разрешения споров и так далее и профессиональных качеств, предполагающих освоение практических аспектов применения правил профессиональной этики юриста. Пособие поделено на общую и особенную часть. Первая посвящена общим для всех базовым навыкам. Особенная часть посвящена обучению в рамках специальных программ. Особенности консультирования по делам связанным с социальным обеспечением, программа особенности оказания гражданам юридической помощи по вопросам наследственных правоотношений, программа консультирования по делам в сфере охраны здоровья граждан, программа особенности работы юриста по делам, возникающим из земельных правоотношений, программа консультирования по делам о защите прав потребителей, Программа «Теоретические основы и практические навыки решения вопросов, связанных с гражданским и административным судопроизводством» и программа «Правая помощь осужденным». Практикум включает две части – общие профессиональные навыки и навыки работы в суде. Предлагаемые в практикуме упражнения построены на основе самого широкого привлечения студентов к работе, имитирующей профессиональную деятельность. Для преподавателя это означает, что, решившись ввести в ход занятий и упражнения, содержащиеся в этом практикуме, он должен сам овладеть интерактивными приемами преподавания. На привычных для нас семинарских и практических занятиях, как правило, решаются казусы, состоящие из заданной фабулы и вопроса. При этом работа с фабулами требует от студента правильного ответа. Причем зачастую сам вопрос с... Сопровождающий фабулу предполагает наличие только одного правильного ответа. Правильно ли поступил суд, следователь, прокурор, адвокат и тому подобное. Правильный ответ дан, переходим к следующему казусу. Однако в юридической практике нет фабул. Юристы имеют дело с фактическими обстоятельствами. Они формулируются самим юристом в результате работы с с информацией, полученной, например, из документов или в результате общения с участниками тех или иных событий. Отличие упражнений, помещенных в этом практикуме, состоит в том, что предлагаемые студентам задания не требуют от студента поиска единственно правильного ответа. Целью выполнения упражнения является выработка того или иного профессионального умения, овладение алгоритмом определенной профессиональной деятельности. Так технологии обучения, сложившиеся в российских юридических клиниках, как видно даже из рассмотренных в обзоре изданий, достаточно разнообразны, что часто связано с кадровым обеспечением клиник, проще говоря, с тем, какая кафедра отвечает за работу клиники в том или ином вузе. Это обстоятельство учитывается в работе нашего учебно-методического отдела при выработке рекомендаций. При этом мы рекомендуем применять комплексный подход, состоящий в выстраивании работы на базе единой методики для разных дисциплин одной специализации. Если работу в юридической клинике курирует кафедра частно-правового профиля, например, трудового права, Оптимальным вариантом учебно-методического обеспечения такой работы может стать комплект, предлагаемый СПБГУ. А при этом целесообразно и методически эффективно, на наш взгляд, использовать в учебном процессе учебники и практикумы по трудовому праву и праву социального обеспечения, подготовленные на одноименной кафедре юридического факультета СПБГУ. Если клинику курирует кафедра уголовного процесса, то стоит обратить внимание на комплект, подготовленный в МГЮА, и использовать его в рамках общей программы, построенной на методике этой кафедры, и использовать учебники и практикумы по правоохранительным органам и уголовно-процессуальному праву, которые написаны на этой кафедре. Если указанных изданий по какой-то причине нет в библиотеке вашего вуза, вы можете ознакомиться с ними в электронной библиотечной системе и сформировать там свою индивидуальную книжную полку. Поскольку подходы к обучению в юридических клиниках отличаются, мы рассчитываем на обратную связь с вашей стороны, которую хотели бы учесть в работе учебно-методического отдела при выработке соответствующих рекомендаций. На этом наш обзор завершается. До встречи в обзорах по другим дисциплинам.